Всем привет! Всем привет! Мы на канале Няшки Поняшки. У нас ветер сильный такой. У нас тут похолодало и сразу появилось новогоднее настроение. У нас даже мамбужи, мы сегодня шли из дачи, мамбужи замерзли, они дома. Даша, короче, ребята, мы купили елку. Вот. Тащим ее домой. Мы купили не елку, а сосну. Решили сосну, потому что 2 года назад мы поставили елку живую. Она у нас и до Нового года не дожила. А в прошлом году опять мы елку живую поставили. Она тоже уже, ну, пару дней, наверное, и все, я сыпалась. Еще один день. Да, теперь уже новую вот купили новую штучку, чтобы сюда воду налить наливать. Воду. У нас до этого была вот такая вот она. Да, ну никак ее с водой. Да. Не получается. Вот так мы что... были на елочном базаре сейчас. Да, вот. Ну, единственная проблема, у нас еще нету игрушек. Поэтому мы, только наверное... щелкунчик дома лежит, щелкунь, и все. Да, поэтому... Даша, ты не с нами? Стоит что-то там отрешенное. Мы еще сегодня поедем в магазин за новогодними игрушками. Они же открываются. Блин, слушай, мам, класс, мы придумали. Когда ты придумала, то просто... Блин, вот это красота, мама. Вот это. Нигде нету. Кстати, да. Вот этот прикольный, мне нравится. Смотрите, какой красавец. Снеговик. Мне вот этот ангелок нравится. Мне вот это нравится, 60 рублей эту елку. Снеговик. Да. Или снег красный. Ой, не синяя-красная, а белая. Мы взяли 3 вот таких вот лошадки. И звезды. А там одна звезда. Елочку нарядили, можно и в детском мире прогуляться. Уточка тоже на Новый год попросит. Что зайцы не сделали, зайчика, да? Киндер. Вот же зайчик. А, это заяц. Это вообще огромный просто. Смотрите. Вот такой рост. Покажи. Вот. 1-2 метра. Вот тут целая линейка. Так, давайте еще что тут. А можно уточка тоже что-то на Новый год попросит? Пусть уточка у этого Дед Мороза попросит. Маленькие яйца. Вот. Ну, у меня похожие есть. Барби всякие такие, смотри. Ну, смотри, 230 яйца. Вот, пусть уточка вот эту попросит на Дед Мороза.
Чего, боже мой? Я выброшу из-за мелочки. Вот все ёзики. Ёзики. Нам дарили, помните вы? Какой-то. Вот такие вот всякие. Я вот такой, я вот такой. Киропи. Киропи, смотрите. Девочка Киропи. Просто класс. Это же Киропи. Мама. У меня юбка. Киропи. Самый популярный. Это прикольно. О, пингвин! Мам, мне прям точно... Пингвин! Мама. Пингвин, ну дай мне. Мама, скажи мне, что это такое за Мален куклу подарила? Мини-лисенок и мини-девочка. Мама, смотри, вот это дороже, чем русалка. Смотри! Вот это что, побежали к нам? Нашрай, мама! Серега, девочка яркая, африканочка. Я смотрела My Joy's Pink, вот эти куклы. Иди посмотри. Тут глаза разбегаются, чтобы выбрать. Ты же хочешь две. А вот такие мама, тоже My Joy's Pink открывала. А это вот что-то такие шарики. Я же тебе говорила, My Joy's Pink, это вот как эти. Смотри, я все сели у нее пить. Ваша, сейчас опять все попадает. Вот, а так, поставим все и заметим. И вот, смотри, мам, тут столько всего, что мне попросить? Что хочешь. Вау! Мам! Смотри, это как типа был... Мама, это как в прошлом году типа был такой... Прям очень. Чачий рай, да? Вообще. Что уточка хочет? Да ну, мам, смотри, что уточка хочет. Пусть хочет. Пусть пишет деду утки. Нет, она попросит... А это что такое? Какое-то красивое что-то. Не знаю. Вот это я точно не знаю. Вот такое у нас еще не было, возможно. А? Это украшение. Это она достает какой-то помпон? Секреты. Я таких 10 штук попросила. Найди супер редкий кристалл. Блин, какую-то ерунду, наверное, просто красивую коробку завернули. Все, мам, пошли на кассу. Нет, подожди. Пойдем. Давай посмотрим. Все, я хочу уже схавать. Да, конечно. Мам, я хочу вот эту именно попросить. Я игрушку хочу. А Амогус. Амогус. Мама, а может, мама, мишка. Может, все-таки я вот эту попрошу. Смотри, мам. Мам. О, смотри, какая красоточка. Красотка. Мам, да. Шоколад растаял. Просто красотка всего света. Все, пойдем. Мне понравилось. Я хочу такую себе куклу. Вот эти тоже прикольные. Мама, я решила себе вот эту куклу. Ну, уже придешь и будешь писать письмо. Вау. Я такое смотрела. Это лука-як еще посмотреть, можно где их взорвать. Единорожки. Вот, мама. А вот эти сумки вот, глазками. Мам, смотри, бэби Йода. Вот, смотри. Класс. Ну, они же включаются. Ага. Бэби Йода. Мам, смотри, бэби Йода. Мам, я вот этого рисовала. Чубрикеда. Чубрики и бублики, и чубрики. Вон, смотри, мам. Бэби Йода. Лайки в шаре. Вот такая мозаика. Это фигня для майка. Мама, а это смотри, вулканы. Угу. Конечно, погода не шепчет, но мы решили поесть гонконгские вафли с мороженкой. Да. Вот здесь вот очень вкусные они.